Казахстан уже второй год подряд занимает 50-е место в глобальном индексе конкурентоспособности, всего в списке 144 государства. В рейтинге Всемирного экономического форума страны оцениваются по 12 факторам. По двум из них Казахстан вошел в первую тридцатку. Лидирующими позициями в нынешнем году стали эффективность рынка труда и макроэкономическая среда. Это 15 и 27 места соответственно. Слабыми по сравнению с мировыми позициями остаются такие факторы, как заболевание туберкулезом, 102-я позиция, и средняя продолжительность жизни, 99-е место. По уровням коррупции Казахстан сдал 15 позиций, занимает 80-ю строчку. Также сдерживающим фактором в развитии института по-прежнему остается высокий уровень коррупции. Казахстан занимает сегодня 80-е место по показателю неформальных платежей и взяток. Согласно опросам ВФ, наиболее коррупционными сферами сегодня являются жилищно-коммунальное хозяйство, судебная система и таможенные процедуры.